worshiping with all you have, with all you are, with all that you ever will be. 'Cause he's worthy. 'Cause he's awesome. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. И сегодня у нас Тара Саймон, певица, преподаватель по вокалу и ютубер почти с миллионом подписчиков. Если вы не подписаны на нее, то прошу вас подписаться. Также подписываемся на наш телеграм, там я публикую заставки и запрещенные реакции. Всем приятного просмотра! Это Тара из Тара Саймон Студиос. И сегодня я с огромным удовольствием буду делать реакцию на... Димаш. У него вышла новая песня. Fly Away. Давайте-ка посмотрим на это. Если вы еще не подписаны, то прошу подписаться на мой канал. Ну а теперь смотрим Димаша. Это новая волна 2021. Хорошо, это что-то новенькое от Димаша. Ладно. Какое дыхание и тон. Боже мой, как же славно. Таракашки просто везде. Ой-ой-ой, Антонио, мне жарко. Обожаю этот переход. Грудной-грудной-грудной головной дыхание. Просто восхитительно. У него тут еще и подтанцовочка пляшет. В общем, все схвачено. Идеальная расстановка. Ух, какая там энергетика. Он всегда не подражаем, но вот здесь все настолько современно. Даже выбор одежды. Это шаг вперед. Большой шаг вперед. Классный вокальный фрай. Восходная интонация в самом дыхании и тоне. Я просто тащусь от этого раздвоения звука. Такая энергетика. Я бы слушала это, когда занимаюсь спортом. Чего? Я просто кайфую от него. Он всегда настолько погружен в этот момент. Он ни на секунду не перестает играть свою роль. Он в образе с начала до конца.
Мне это в нем очень нравится. Это что-то новое. Он движется в сторону современной музыки. Он делает большие шаги, чтобы быть популярным и актуальным. И при этом он умудряется внедрить сюда свой вокальный талант и технику. И это, я вам скажу, не так-то просто сделать. Это же такая тонкая грань. Димаш Кудайберген. Вот они, вот они. Я к тому... Фанаты Димаша Кудайбергена. Его... Спасибо! Друзья! Этот парень, он заслуживает того, чтобы быть популярным. Если кто-то этого и заслуживает, так это точно он. И я думаю, что это очень разумный подход, потому что он не принижает свой талант. И при этом старается быть услышанным для большей части аудитории. И вот этот его стиль пения... Это представление, да все это живое выступление, даже то, как он одет. Это большие изменения, если вы взглянете вот на это и на то, что было месяц назад или год назад, то увидите большую разницу. Я думаю, это все делается целенаправленно. Я обеими руками за это. Пора уже покорять Америку. Ребята, благодарю, что смотрите Димаша вместе со мной. Это всегда сущее наслаждение. Я ж его люблю. Я вас всех очень сильно люблю. И самое главное, можете повторять это за мной. Несите веру, а не страх. Любовь, а не ненависть. Будьте благословением в чужой жизни. Именно так мы сможем изменить этот мир. Пока. Всем спасибо за внимание. Под эту песню просто невозможно не танцевать. Видели бы вы, что творили мои ножки под столом. Всех люблю, всех обнял. Пока. Set me free, I want to fly.